Здравствуйте, дорогие ребята! Сегодня мы с вами сделаем мини-миниатюрку, поделку своими руками на Пасху. Нам для этого понадобится цветная бумага, можно желтого цвета, можно красного цвета, и нам понадобится шаблончик в виде яйца, в форме яйца. Нам надо будет обвести с вами шаблончик либо красным, либо желтым цветом и вырезать яйцо. Также нам понадобятся ножницы, клей, можно также какой-нибудь другой цвет бумаги. Будем вырезать маленькое яичко. Также нам понадобятся стразы, перья можно. И также мы будем вырезать с вами цветочки. Когда мы все приготовили, нам надо будет их наклеивать. Можно использовать бантик. А вербу мы возьмем. Для вербы нам понадобится веточка. В качестве бутончиков мы употребим с вами вату. Можно приклеить ваточку. И у нас получится вербочки. Также берем и наклеиваем. Можно, конечно, обойтись и без верб. Получится вот такой вот. И получится вот такая вот мини-открытка.